Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим про срок изготовления карт Сбербанка. Независимо от того, какую карту Сбербанка вы заказываете, будь это дебетовая, любая классическая, карта для пенсионеров, либо же кредитная карта, то здесь срок изготовления, срок выпуска карт зависит от того, в каком населенном пункте вы живете. Если вы живете в больших крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие, то здесь выпуск и доставка уже карт осуществляется за 2-3 рабочих дня. Если же вы живете в более маленьких городах, не в таких крупных, как Москва, Екатеринбург и так далее, то в этом случае срок изготовления увеличивается и составляет от 4 до 6 рабочих дней. Если же вы проживаете совсем в небольших населенных пунктах, либо же в каких-то совсем маленьких городах, то здесь изготовление и доставка карт осуществляется до 10 рабочих дней, но если вы проживаете где-то в селах, в деревнях, в общем, совсем каких-то очень маленьких населенных пунктах, то здесь карта может изготавливаться до 15 рабочих дней. Но 15 рабочих дней – это прям такой максимум. Как правило, карты сейчас изготавливаются намного быстрее. Но здесь, опять же, учитывайте то, даже если вы проживаете в крупных городах, что считаются именно рабочие дни. То есть, если вы заказали, например, карту в пятницу вечером, то срок изготовления исчисляется именно с утра понедельника. То есть, карта будет готова в среду или четверг. Ну а в остальных случаях, независимо, MasterCard, Visa, Мир, здесь это не имеет вообще никакого значения. Здесь один лишь фактор, от которого зависит срок изготовления, это именно город проживания. Отслеживать, изготавливается карта, либо же уже доставляется в отделение Сбербанка, можно через мобильное приложение Сбербанк онлайн, это очень удобно. И там же вы можете активировать карту еще до того, как карта доставится в отделение. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!